что, у нас сегодня опять отличные новости. Сегодня мы в АБЦ магазинчике. Заметил, как здесь пустовато? А самое интересное, зачем я сюда приперся такую рань? Потому что здесь, как обычно, акция, и у меня есть чем тебя удивить. Пошли. Тут, как обычно, когда при входе заходишь, одна и та же история. Видишь, все эти желтые хреновинки? Это супер-пупер акции. Тут до хрена всего чего. Но мне нравится реально вот эта штука. Сейчас, смотри. То есть, если ты понимаешь, это 100-ваттничек за 14 евро. Но нам на стройку он точно зайдет. Есть другое предложение. Да. Ну, пошли. А что, Аркадия нету сегодня, да? Аркадия нет, он на больничном. Ну, показывай, мистер Каша. Это акция какая-то? Это акция будет. Что это за херня? Комплектик с инструментами. Ну, он не то чтобы новинка, он прям старый такой, наверное, допотопный, нет? Сколько у него вообще штук в комплекте всех историй этих? 250 внутри, головок да. Внутри вместе с инструментами. Так. А стоит он? Стоит 119 евро. Ну, за 119 евро нормально. А сколько у него гарантии? Есть у него гарантия вообще на него? Гарантия 10 лет. И что? Не на ящик, но на головку тоже нет. А, стоп, на вот эти вот маленькие головки, маленькие, ну, да. Логично, что на них не может быть гарантии. И на сам ящик нет гарантии, только на механизмы и ключи, да? Механизмы и ключи, да. 10 лет? 10 лет. Ни хера себе, на него можно посмотреть, разобрать его внутри? Сейчас откроем. Так. Фигово, что они не железные. Хотя такой пластик вроде и нормальный, но он тяжеленький. А, эту штуку еще открыть надо. На ножик. Вот эту хренотень, видишь, усики. Прикольно то, что если он на объекте валяется, можно на замочек его закрыть. Ну, типа, что никто не трогал. Оу. Так, заценим. Трещоточка, хер его знает, может, это нормальная. Да. Хотите взять ее? Ну, потому что халява, да? Халява, да. Не, ну в теории, что с ним может случиться? Мне не нравятся вот эти штуковины. Они, может, долго не пробегают, вот в этом месте не могут. Но опять, если ты аккуратненько ими работаешь, то в принципе нормально, нет? Не, ну, саловская веселая. Ну, а штаду цену. Блять, а трещоточки вот нормальные они или нет? Так визуально я вроде никаких косяков не вижу. Но я понимаю, что насадки это все китайское говно наверняка. Граники можно выкинуть сразу. Вот этот комплект он. Но вот это вот золото, это вообще неубиваемое, по-моему, ты не сломаешь ни на чем, мне так кажется. В нем что плохо? Мне кажется, что вот эти петли ненадолго. Хотя, опять же, я как строитель говорю, если я настройки каждый день юзаю, то да. А если для дома, то, в принципе, он может быть и вечный, нет? Берем? Ну, ты видел, я твоя удача. Сразу два комплекта у тебя забирают. Упаковывай. Ну все, упаковывай, давай один возьмем. Я возьму точно. Самая главная идея, которая мне пришла в голову, надо его разыграть среди моих подписчиков. Я же говорил, что у нас будет ноябрь-декабрь, это время подарков. Вот, это наш сегодняшний подарок. Спасибо тебе за консультацию. Значит, ребятушки, смотрите. Я не знаю, правда он стоил раньше 200 евро? Он реально 200 евро стоил? Да. Вот. То есть, смотрите, прикол, тогда мы будем разыгрывать то, что стоит 200 евро, но поскольку сейчас реально скачуха на него, то 120 евро. Значит, по традиции, я оставлю ссылочку где-то здесь в описании. Если кто-то хочет, его можно через интернет заказать, реально, и с доставкой на дом. Цена, по-моему, на сегодняшний день лучшая в Латвии, Литве и Эстонии. А моим подписчикам он достанется бесплатно, а если точнее, одному из них. Что для этого надо? Ничего не надо. Здесь вот под видео просто скажи, я принимаю участие в розыгрыше, я тебя запишу, и через одну субботу
случайной генерации чисел, в интернете мы его разыграем, и он достанется тебе бесплатно. И если ты принимал участие в предыдущих розыгрышах, то записываться не надо. Просто поставь крестик, что ты меня видел, и ровно через неделю кому-то из моих подписчиков вот эта штуковина... Какое? Весит сколько? Килограммов? 20 каких? Мощный подарок, прямо мощный подарок. Учитывая то, что у нас впереди рождественские праздники, он абсолютненько новенький, чистенький. Готовьтесь к новому розыгрышу. На сегодня все. Всем пока.